Да, сейчас ты умница. Сейчас ты все правильно говоришь. Почему? Потому что я выросла. И? Стесняешься? Нет, просто вот так всегда хочу плакать. Почему? Потому что я захотела. Да? Да. Всем привет, всем здравствуйте. Виктория, здравствуй. Где сын? Сын, завтра мы увидимся. Ты что, на стриме сидишь? А? Да? На стриме, да, сижу. Я зашел на 2 минутки. Не надо, не лезь сюда. Нет. Да. Стоп. Тебя сейчас увидят. Вот можешь спиной пройти туда. Иди спиной проходи. Вот так тебя увидят. Давай. Ну, проходи, только не смотри. Проходи, проходи вот так спиной. Ну не балуйся. Ты же знаешь, у нас есть правила. У нас же правило. Сиди, пробегай обратно. Правила вообще не для нее. Для кого эти правила придуманы? Не понятно. Сандра, ой, господи. Иди, я прошу тебя. Ну, что, зачем ты это делаешь, скажи, пожалуйста. А? Ну, вот надо туда-сюда бегать? Боже мой, какая непослушная. Что за правило? Послушная ты? А? Соскучилась по стримам? Соскучилась. А, скучно тебе? Вон, рисуй. Тебе принесли краски и это. Это не краски. Че, как вообще настроение у вас в целом? Все ли у вас хорошо? Чем занимаетесь? Хочет общаться с вами. Здравствуйте. По поводу стрима вместе с Митенькой нет. Не знаю я. Как можно такого ангела вообще не показывать? Тебя ангелом назвали, малыш мой. Кто? Ну там люди тебя назвали ангелом, сказали, что ты самая красивая. У меня такой мурзик мой, сладенький мой. Одежда? А? Одежда. Какая одежда? Тебя. А, лицо? Тебя увидели, лицо твое увидели. Нельзя. Ты хочешь показаться уже людям? Хочешь, чтобы тебя люди увидели? Зачем? Ну, хотела. Ну, нет, зачем? Ты скажи мне, зачем? Почему ты хочешь, чтобы тебя увидели? Я хочу, чтобы тебе завидовали. Чтобы тебе завидовали? Твоей красоте? Да. Это мое солнышко. Нет. Ну, потерпи чуть-чуть. Ладно, немножко потерпишь. Ну, потерпи чуть-чуть. Она говорит, я хочу показать свое лицо для того, чтобы все завидовали моей красоте. Ну. Дома я тебе на, по попе надаю. Дома? Хорошо. По попе надаешь? Очень. Сильно очень? Хорошо. Прям очень. А ну спой нам эту песню свою любимую. Какую? Ну какие? Давай. Если не послушать твою пасть. А, да, да, все. Если не послушать твою по тропинке без пустой. Баба вавилостью про любовь, матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь. Для других замочника. Браво! Браво! Самый талантливый ребенок на земле. Браво! Браво! Я иду к тебе. Не надо ко мне ходить, я сейчас закончу уже. Сейчас. Ребят, посмотрите на меня, посмотрите на Александру и сделайте свои выводы. Ну вот вы когда начинаете, пишите о том, что... А, как вы думаете, у Курского вокзала где наша песня? Курского вокзала.
сейчас нам счет принесут, вот эту песню надо будет петь, чтобы мы, ну, нам скидку сделали, хорошо? Хорошо.